В стенах Института психологии и образования с 18 по 22 октября проходит международный форум по математическому образованию. Проведение форума приурочено к 225-летию Николая Лобачевского, великого математика, научная деятельность которого связана с Казанским университетом. В данный момент именно геометрия Лобачевского занимается и играет большую роль в развитии математики. Форум посетили ученые из разных уголков мира. США, Франция, Беларусь и многие другие страны приняли участие в научном форуме и поделились своим математическим опытом. У всех схожая позиция. Математическая школа России – одна из самых сильных. Российская математическая школа очень известна во Франции. Я уверен, что мои коллеги, когда я вернусь обратно, зададут мне массу вопросов о том, какие вопросы были затронуты на этом форуме. В рамках этого форума 18 октября в шоуруме Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций была проведена встреча студентов КФУ с американским профессором высшей математики Маратом Чушановым. Больше всего, конечно, меня обрадовало участие студентов и коллег, которые пришли на встречу, вопросы студентов и вопросы коллег. Ну, мне показалось, что у нас был такой вот непринужденный, живой разговор о проблемах и математики, и математического образования. В целом осталось приятное впечатление. Я надеюсь, что и студентов, которые пришли на эту встречу, тоже было такое же впечатление. В форуме примут участие больше 200 специалистов в области математического образования. Главной темой обсуждения станет объединение творческих сил учителей и преподавателей вузов. Олег Кашин, Владислав Михневский, Универньюз.